Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, страница 52, упражнение номер 4. Увеличь в 7 раз. Увеличить в 7 раз значит умножить число на 7. 8 умножаем на 7 равно 56. 6 умножаем на 6 на 7 равно 42. 9 умножаем на 7 получается 63. 4 умножаем на 7 получается 28. 3 умножаем на 7 получается 21. 1 умножаем на 7 получается 7. Уменьшаем в 6 раз. Чтобы уменьшить в 6 раз, нужно число разделить на 6. 42 разделим на 6, получится 7. 30 делим на 6, получится 5. 54 разделим на 6, получится 9. 36 разделим на 6, получится 6. 18 разделим на 6, получится 3. 6 разделим на 6, получится 1. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.